На улице Владивостокской неизвестные украли в ГСК кузов «Субару», который владелец хранил на крыше гаража. Хабаровчанин приобрел распиленный корпус летом прошлого года как комплект запчастей для своего универсала. Автомобильный донор ждал своего часа на металлическом боксе и не был как-то закреплен. Автомобилист полагал, что украсть его будет затруднительно в силу габаритов и веса. Однако эту проблему преступник решил, не напрягаясь. Охраны в ГСК нет, шлагбаум на въезде отсутствует. Заехать сюда может любой. Хозяин распила в момент кражи был дома, и о том, что кто-то увозит его имущество, узнал от других владельцев гаражей. Они имеют общую группу в популярном мессенджере. Один из соседей написал в чат о своих утренних наблюдениях. То есть сюда написал, мой телефон точно не знал. Он как бы сообщил туда, то есть с гаража снимает там кузов. И все, он торопился на работу, поэтому ну, как-то не было времени там разбираться. Ну, подошел к ним, говорит, то есть почему, то есть какого права снимать там запчасти, то есть кузов. Ему сразу же говорят, это мое, я там пол гаража вывез уже, ну и то есть остатки остались, вот отвожу на металл. По словам очевидца преступления, в краже был задействован грузовик с небольшим краном. Такие в народе зовут воровайками, как раз из-за таких вот случаев. Корпус «Субару» довольно быстро оказался в кузове. Когда его хозяин пришел в ГСК, воры уже уехали. Потерпевшему известно, что на скрывшейся машине были наклейки фирмы грузового такси «Максим». Вероятно, водитель был нанят каким-то предприимчивым человеком и не подозревал, что помогает вывозить чужую собственность. Горожанин написал заявление в полицию. По его словам, сумма ущерба составила порядка 20 тысяч рублей. Искать кузов будут в скупках металлолома. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Манина и Виталий Векслер.